What's up, everybody? Welcome back to another Highly Combustible Reaction. We're going to be jumping in the next one on our Diana Ankudinova journey. Can't Help Falling in Love. Most certainly a song that everybody knows. It says stereo on the show Mask Go On. The first episode. Let's jump in. Let's check it out together. You guys requested it. If you enjoy it, go show her some love on her channel. We already know she's full of talent, full of power. Let's see what we got. Let's see what she did with this song. It's a great damn song. Or is it a new song? She got them lows, it's gonna vibrate my whole damn body. That's electrifying stage too. Just the whole scenery, everything is perfect. Look at the faces, still like, whoa, baby. She gave it a whole new kind of power. With her hair flying around like that, she looked like an enchantress. They can't help falling in love with her either because she is like an enchantress. She got her with that spell on her song. Bravo! Bravo indeed, bravo. Jesus. Любые слова излишни. Диана Анкудинова. Все встали. Спасибо большое. Ух. Браво. Юсиф, ты был первым, кто встал, и практически весь номер простоял. И единственное, что мы хотим узнать, что ты об этом скажешь. Ты знаешь, мне очень сложно сейчас сформулировать то, что я почувствовал, потому что я очень много слышал музыки в своей жизни. Я сам пою по всему миру. Я очень много видел залов и людей, и оркестров, и музыкантов. Но эта девочка особенная. В тебе зарыт просто невероятный талант. Невероятный. Power. И дай Бог, чтобы он попал в руки людям, которые смогут с ним сделать то, что ты заслуживаешь. Того будущего, которое ты заслуживаешь. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Юлия Паршута. Вот хочется сказать, а что это было? Потому что резонировало все тело, каждая клетка. Я не могла понять вообще, что происходит. Я дрожу просто. Да, я до сих пор дрожу. Это немыслимо. Я слышала все, что ты пела, и весь мир слушает, и уже поклоняется тому, как ты это делаешь. Мне кажется, ты уже попала туда, куда нужно, и, возможно, тебе никакие руки не нужны, потому что ты здесь, сейчас, и ты творишь новую реальность. Если был VR в визуале, то сейчас VR в звуке мы слышим. Что-то совершенно немыслимое. И я согласна с Юсифом. Невозможно подчинить никаким словам. И все, наверное. Кирилл Куриченко. Спасибо большое. Это все взаимно, вы же знаете. То, что сейчас произошло, это высший пилотаж во всех отношениях. Может быть, даже ты сама еще до конца не понимаешь, куда ты дала нам возможность улететь во время этой музыки. И я фантастически удивлен, что в такой маленькой, хрупкой, правдивой девочке сидит настолько крутой, энергетический, такой столб. Я тебе просто желаю, чтобы ты его сохранила. О, спасибо большое. Алиса Мон. Ой, ну, просто это вне конкурса, вне шоу, понимаете? Это настолько божественно. When you perform so well that a judge tells you that it didn't even belong on the show that you performed it on, that it belonged on something much higher, like, that's intense. Это от Бога. Это настолько велико. Стас Коstyushkin. Excuse me. Ну, я разочарован. А я не удивлена. Да. Я разочарован. Я приблизительно уже поставил всем балл, а теперь мне надо все переписывать. Но если честно, вот если вот положа руку на сердце, огромное спасибо. Спасибо. Карина Кокс. Дианочка, ну, когда вы произнесли первую ноту, я просто улетела в бездну вашего таланта и была там до последней ноты. И вот здесь многие говорили о божественном происхождении вашего таланта, но я уверена, что в вас заключена и демоническая энергия тоже, потому что женщина – это всегда и божественная, и темнота. Понимаете, о чем я? Это в самом крутом проявлении. И мне после вашего выступления захотелось молчать. Так происходит, когда на сцене творится настоящее искусство. Спасибо вам большое. Спасибо большое за такие слова. Марк Тишман. А я даже как-то хочется теперь встать, поправиться и сказать то, что хотел сказать. Все знают эту фразу, что талант – это единственная новость, которая всегда нова. И понимаете, мы сегодня видели VR-технологии, но то, что удалось Диане без VR-технологий, перенести нас в другую реальность. И тебе сказали, чтобы ты попала в хорошие руки. Вот знаешь, мой опыт такой, что нет таких хороших рук в мире. Есть только ты, которая должна не останавливаться, читать, слушать, смотреть, развиваться, потому что тебе дано больше, чем 99.9% людей могут. Да. Спасибо, что мы это слышали. Спасибо вам большое. А мы от себя с Тимуром хотим сказать тебе огромное спасибо. Большое спасибо. Я очень редко могу прослезиться, но со мной сейчас это произошло и совершенно бесконтрольно для меня. Что ты творишь? Закапал весь мой смокинг, что теперь делать, не знаю. Но это просто чудо, что мы все здесь присутствовали при этом. Можно сказать только одним словом, что мы все испытали. Это был шок. Это было грандиозно. И на самом деле это идеальное... Точка в сегодняшней программе могла бы быть, но у нас впереди голосование. Но, во всяком случае, это было финальное выступление на сегодня перед голосованием. Диана Анкудинова, ваши бурные аплодисменты. Спасибо, спасибо. Some ridiculous. Круто, да? Да, это феноменально. Это вот вне конкурса абсолютно. Все. Ну и нушеньки ну-ну. some ridiculously nice things said from the judges. Definitely a massively powerful performance. She was up there with the big ball of energy in the back and just everything together. It really, she really felt like some sort of enchantress, some sort of magician that had some sort of hold over you for sure. If you guys enjoyed it, hit the like button. If you disliked it, hit the dislike button. Go show her some love on her channel. It's right there inside the description. Check out the other video up here, one of these guys up here. Until the next one, Highly Combustible. You guys be happy, as they say. Love you to the moon and back. Peace.